Привет! Сегодня я своим крысюканам впервые дам попробовать черешню. Они еще ни разу у меня ее не пробовали. Посмотрим реакцию. Внимание! Крысам можно вишню-черешню, но без косточки. Так что мы сейчас помоем и косточку вытащим. А это у меня арбузные семечки сушатся. Крыскам можно арбузные семечки и арбуз тоже давать. Так, я помыла, косточку вытащила. Внимание! Много давать черешни, вишни крыскам нельзя, потому что может быть аллергия. Лаки, будешь? Будешь вишенку, черешенку. Мигеля? Так, я не понимаю, вы за мной идете или кушаете? Давайте кушать. Вот. Я поставлю их сюда дом, чтобы им было удобно, не бояться. Вот. Они запрыгнули. Вы будете или не будете? Вам одну черешенку на двоих. Опа, Мигеля забрал. Локи. Локи, Локи, будешь? Моя жопка тоже забрала. Ну вот, взяли и спрятались. Хитрые моси. Это жопка. Он сидит, точит. Видите, ребят? Ой, носопыра. Ой, носопыра кушает. Локи, а ты не стал? Ты не стал, жопа маленькая? Ты не стал, моя зайка. Мне кажется, Локи просто думает, что сейчас еще что-то вкусненькое дадут. Поэтому он такой, а что, это есть еще что-то вкусненького? Есть или нет? Да, Мигель? Чего ты тут нюхаешь, дурень? Он, дядя Локичек, моется. Или кушает, непонятно, нюхает. Короче, Мигеле, я так понимаю, понравилась черешенка. Что за бычья натура тут? Мигель бычит. Не отбирает Локи твою еду, успокойся. Вон как кушаем мы вкусненько черешенку, поедаем. А Локи просто сидит, моется, смотрите. Либо он попозже доест, либо не знаю, либо ему не понравилось. Такие вот дела. Вредина маленькая. Ой, ты вредина. Ну, Локи, ты даже не попробуешь. Сразу мыться начал, смотрите, чистюля такая маленькая. А я смотрю, Мигель тоже вон бросил. Не стал, что ли? Невкусно? Невкусно? Мой ноготь нельзя. Ну же, пундры. Короче, я так понимаю, им не особо она понравилась. Ну, я дала попробовать. Где Мося? Мигеля? Где твоя маленькая Мося такая? Красавчик, красавчик. Вот, так что пробуйте, давайте. Главное, чтобы она была спелая. Не зеленая. Косточки нельзя давать от черешни и вишни, запомните. Также у меня на YouTube-канале есть видео, какие косточки можно давать крысам. Посмотрите ниже видео, ну, на моем YouTube. Все, ребят, всем пока. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайкосики, подписывайтесь. Всех люблю, всем пока.